Пришла наконец-то посылочка, не стал ждать извещения. Извещение, потому что так и не пришло тоже. Хотя должно было прийти. Ну, может, сегодня, может, завтра должно прийти, не знаю. Я решил сам сходить, короче, и взять. Все, пришел, нормально все взял. Да. Ну и давайте, конечно же, вскроем. Значит, что тут у нас написано? Name у нас Фэнк Джао. Какой-то китаец, видимо. И откуда пришло? Телефон даже его указан. Можно его позвонить, поговорить о паракорде с ним. Так, давайте наконец-то вскроем. Сегодня я с Лотерманом, Серджем, он будет открывать посылку. Вот. И заказывал я 5 мотков паракорда 100-футовых разных цветов. Точно я не помню каких, но помню, что черный там был. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же там нам пришло. Что же у нас все-таки здесь? Как интересно мне. Все-таки отлично режет. Ну и вытряхаем, да? О, красавцы какие. Да, взял я. Набрал я ярких цветов вот таких вот. Ну, это, как сказать, такие основные мои любимые цвета. Вот. Ну, как вы заметили, если вы смотрите мой канал, в принципе, у меня цветовая схема в основном вот такая вот. Значит, белый паракорд 550. Беленький, черненький, такой ядовито-зеленый, красный и желтый. Пока решил заказать такие. Значит, мотков тут я вот вижу уже видно. Так, ну 7 мотков, да. 7 жил. Все отлично. Так, значит, 100 футов это у нас получается 30 где-то метров, да, вроде. Ну, где-то так. Что я еще хотел бы сделать? Я, ух ты, хочу черный паракорд взять и его проверить. Сколько же на самом деле пришло мне метров? Так, конкретно я запутал этот паракорд, когда пытался его развязать и посчитать, сколько там у нас метров получается его. Он конкретно запутался, я его минут 10 распутывал. Наверное, вот сейчас включился. Так, и идем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, весь запутывается, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. 23. Четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 метр, 30 сантиметров. Все отлично, все нормально. Буду что-нибудь делать с ним интересненькое, придумаю, что, в общем. Также проверю, как он выдерживает. Я с репшнуром так и не придумал, что бы сделать, конечно. Но вот сейчас вот у меня есть гири, штанги там. Блины, можно что-нибудь напридумывать, потестить их как-нибудь, сколько они выдерживают. Но пока столько у меня все равно не набирается по этим, по весу. Посмотрим, что можно будет сделать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!